Ребята, кто сегодня судит? Сегодня судят три уважаемые госпожи. Госпожа Катана, госпожа Протеже — это профессиональные судьи в рамках ФИМА, которые очень хорошо разбираются, как давать допы, как судить игры, при этом они играют на высоком уровне сами. И госпожа Флэш, которая представляет город Киев, и она, ну, не харьковский Флэш, и не Юра Флэш and the Night, а госпожа Флэш из города Киев, которая играет на высоком уровне просто в мафию. Они втроем консолидированно принимают решение, кому даются допы. Там у нас есть специальный чатик, в котором дискуссии жаркие невероятно происходят. Спасибо большое за подписку, Кул Медика. Валер, кто тебе сегодня кажется пока что самый жесткий игрок вообще вот из всех? Кто лучше? Смотря что подразумевается жестким. Вот мне нравится, как играет господин твой батя, очень хорошо. Мне нравится то, что Космос не перетягивает вообще. Она дает столу быть комфортным. Леша играет хорошо, но перетягивает. Мне кажется, Леша в последнее время, в принципе, зачастую так играет. То есть он редко, когда не пытается на себя игру брать. Ну, в плане перетягивает. Вот эта игра, она прям показательная, что он перку 10-го просил именно со словами «не проверишь, ты черный». То есть это прям... Это ставит тебя в рамки сильные. Но, с другой стороны, видишь, он Бэмби забайтил на такие эмоции, после которых сам поверил в то, что она шер. Хотя мне показалось, кстати говоря, что вот то, что делала Бэмби в этой игре, это отчасти то, почему черные не особо хотят сейчас две версии катать, потому что, ну, у тебя... Это не то, чтобы вскрытие роли, но там какая-то доля того, что ты смотришь, такой, блин, ну, супер-шерифские реакции, супер-шерифское поведение и эмоции, то есть... Ну, да, да. Упреки все вот эти вот и так далее. Там потом еще много игр, эти вещи, они типа... Они как будто бы тебе намеки дают очень сильно. Вот, да. Я поэтому черным любил играть в 17-м году. Всем привет, ребята! Я мирный в этой игре, я к этому рад. Так, пока что, ну, у меня все прям идет очень плохо, прям фу, прям играю ужасно. Но я думаю, что с этой игры все пойдет у меня лучше, вот. О чем, ну, да я не знаю, что-то там, ну, знаете, человек вечно говорит, там, я красный, мы выиграем, сейчас все мафы выйдут, ну, не знаю. О чем думал ночью? Да ни о чем, я просто сидел вот с ним и все. Ну, не думал вообще о чем. Думал о том, что пока что я плох, надо и... играть лучше. Ну, кому-то были все мысли. Все, я в этой игре красный, жду от красных помощи. Так, ну, противоречивое какое-то мнение по первому игроку, потому что можно расценивать эту попытку окраснения, когда он сказал, типа, все, сейчас выключил музыку, все, можно говорить. Но в целом речь не была прям какой-то супер плохой. И окончание, когда вы сказали, что занимались глажкой кота, это странно. Если вы сказали, слушал музыку, поэтому ничего не пришло в голову, оно звучит как-то... правильнее, что ли. То есть, мне кажется, я тоже музыку слушаю периодически во время игр там какой-то, и можно сказать, что ты там сбился, потому что слушал музыку, ни о чем не думал. Не знаю, кто первый игрок, просто надо послушать. То есть, на данный момент у меня нет какого-то четкого понимания, кто господин Клаус. Плюс вы играли предыдущие две игры, когда он был черным, я был тоже вместе с ним игроком черным, поэтому я понятия не имею. Может, вы уже приловчились к этому моменту и лучше понимаете первого игрока. Пока я такой возможности не имел посмотреть на его черную карту красными спасибо, глазами, а в данный момент они красные. И не потому, что я дул. Кстати, можно, пожалуйста, пауза 3 секунды? Я забыл плиту выключить от кальяна. Прям я не хочу, чтобы серия закончилась пожаром. Пожалуйста, извините, паузу, пожалуйста. Кстати, даже выключение плиты не гарантирует, что серия не закончится пожаром, как показывает опыт и история Play Mafia Invitational. Готовый игрок номер 2. Ну все, тогда отпускаю паузу через 3, 2, 1. Да. Так, ну смотрите, я писала госпоже Катане, что в предыдущей игре решение я принимала по почуйным аргументам. Ну реально, так и принимала. Вот как бы как прочувствовала, так и проголосовала. И вот эти же аргументы, вот, мне говорят, что 1-2 игроки скорее красные.
Причем второй даже краснее, но помимо кальяна там просто речь была легкая, мне кажется, не такая, как в предыдущей игре, вот за эту речь захотелось сыграть. У первого игрока что я могу сказать? Могу сказать то, за что меня могут забанить навсегда на турниры у Алсиора, что у меня аллергия на котов, и для меня это вообще нифига не окраснение и не мимими. Вот, ну тем более. Ну, на самом деле у первого была нормальная речь, мне кажется, что игрок номер один, если бы подобные вещи сказал, я не знаю, господин Белиал, боже, я вспомнила человека, он даже не играет на турнире, посмотрите, как глубоко он мне запал в душу. Так вот, если бы он это сказал, это не было бы окраснением, но игрока номер один, мне кажется, это скорее окраснение, поэтому я играю 1-2, мне показалась хорошая речь. Я вообще по-другому воспринял речь 1-2. Только в конце первого игрока, что он на помощь ожидает какую-то. Вот. У меня возникло опять желание там его поддержать, но тогда он был черным игроком, я его поддержал, он даже от руки моей отказался, сказал, что я могу быть черным, пришлось фол набирать. В прошлой игре первый игрок, это Сова, тоже поговорил, там у меня 0 побед, думаю, блин, это соберись, еще куча игр, просто поиграем, в чем проблема. Тоже, короче, этот черный был. Надо послушать 1-2 обязательно, чтобы первый... Я не понимаю, первый же... Ты же хочешь управлять своей судьбой, правильно? Ты же хочешь хорошую игру сыграть. И ты сам это сказал. Верно? Ну все, попились. Я выставил 2, чтобы попил был. Выставь, запили черным игроком, переговори его. Третья восприняла стол не так, как слышал его я. Поэтому... А я как бы ни на что не намекаю, но мне кажется, что я свою карту знаю. Поэтому третья подозрительная, может быть, 1-2 и красный, но почему она так посчитала, непонятно. Вот, кстати, второй просто, он более, менее подозрительный, чем один, вот, просто тоже не красный, очевидно. Господи, ребят, ну что за речи, просто. Так, смотрите, я играю со всеми до себя, так, сейчас объясню. Да, блин, мне на самом деле так тяжело эти цвета даются, на самом деле, знаете, вот как будто я из себя что-то выдавливаю, на самом деле, чтобы что-то объяснить, прямо мне так... Скажи, что ты по лицу нашел, потому что больше да тебе не спрашивают. Да нет, какой по лицу, тут лиц не видно, Леха, ну сколько раз он говорит, что на плеймафе нельзя по лицам катать, ну все лица пала поймут, и ты тоже должен понимать это. Так, мне кажется, первый красный из реально фальшивого аргумента, что он сказал, типа, что вот, типа, я выключил музыку. Ну, короче, мне кажется, что именно если бы это был другой, типа, скорее всего, это не сработало. Но так как это он, мне кажется, это какая-то фальшивая версия окраснить себя, короче, поэтому, наверное, он красный. Вот второго я понял, что он имел в виду, когда сказал двоякие ощущения по игроку номер один. Мне тоже было на тот момент, я думал и не понимал, кто один, потом я уже дошел до того, что первый красный. Это как раз два. Третья красная бы сыграла с игроком номер 1-2, мне кажется, она бы сыграла в них. А четвертый красный, потому что у нее хорошая развитая эмпатия, а черному игроком он бы точно сыграл. Ну, не играл бы против 1-2-3, это очень тупо, поэтому 4 красные. Я играю пока только с игроком номер 4. Мне тоже не понравилась речь, ну, не понравилась так же, как и игроку номер 4. У меня такое же восприятие было речи игроков 1 и 2, первый немного панел, игрок номер 2. Ну, на самом деле, речь игрока номер 2 мне не показалась черной. Вот точно такое же было, как у игрока номер 4. Вот, то есть мне не показался он черный, но он как-то старался проанализировать речь игрока номер один, который пожаловался немного о том, что там он играет плохо. Действительно, игрок номер 4 вам правильно говорит, что вы как бы сами очень мало игр сейчас сыграли, чтобы говорить, что кто-то играет плохо и что у вас не получается что-то, что вы, возможно, недостойны или что-то такое. Раз вы здесь, значит, вас пригласили же не просто так, у вас либо люди проголосовали, либо Миша. То есть я сам тоже вам говорил, что вы хорошо играете, и поэтому вы можете показать хорошую игру, если соберетесь и в этой игре конкретно, если вы красный. Я пока играю с игроком номер 4. Мне кажется, что если 3 черные, среди 1-2 нет ее черного игрока, но пока я играю только... Ну, мне кажется, самое подозрительное – это сыграть только с 4, потому что 4, мне кажется, пытался сбить игрока номер 1, который неплохо открывал стол, потом выставил 2, которого я тоже не считаю черным игроком. Ничего особо не сказал по 3, сказал, ну, у нас отличается мировоззрение, что-то, ну, как-то мягко постелил, и потом сказал первому, говорит, первый, ты если там что, управляй судьбой, найди черного игрока. То есть он по факту оставил зазор играть в любого между 1, 2, 3. А мне кажется, что 1-2 красные, и третья, которая сыграла пока 1-2, ну, пока с ней можно сыграть. Поэтому, когда пятый всех объединил, у него были какие-то аргументы, они для меня не были, в частности, по 4 страны, а 6 сыграл только 4. Поэтому я играю 1-2-3, может быть, красный 4, потому что если красный 4, мне кажется, черные игроки будут его называть красным. Ну, просто будут называть его красным, его краснить. Может быть, он просто играет не туда, поэтому, да, там, в 1-2-3. Не играю 5-6, самый подозрительный 6. Уже точно не самый красный 4 для меня лично за этим столом. Спасибо.
Блин, меня бы да на седьмой слот, вот серьезно, я хоть речь готов скипнуть, потому что все, что сказал ТЗ, это все то, что хотел сказать я. Я понял, короче, я сыграю в команде 1-2-3-7, мне, может быть, четвертый думал, что он таким образом оказывает поддержку игроку номер один, но мне казалось, как это как то, что он пытается его именно сбить, когда первый разговаривает для того, чтобы мы посчитали его игроком подозрительным. Я не посчитал второго игрока еще. Разве что я могу сказать надуманный аргумент, а что, ночью не успел выключить плиту, пришлось уже днем убегать ее выключать. Вот. Но мне, я по таким аргументам играть не хочу. Третий мне показалось красным, а четвертый начинает расшатывать стол, именно говорит о том, что в 1-2-3 от 1 до 2 черных игроков, то есть он может это делать черным игроком для того, чтобы мирные начали о чем-то думать, чего-то подозревать, куда-то там играть. Поэтому мне кажется, что либо я сыграл в молоко и 1-2-3-7 реально много черных, либо там все красные и много черных игроков в 4-5-6. Угу. Так, доброе утро, город, всем хорошей, приятной игры. Моя позиция на данный круг игроки 1, 4, 6, 7. Я прекрасно услышала мнение игрока номер 7. Естественно, я его буду иметь в виду, но я абсолютно с вами не согласна. Почему мне кажется, что красный 7? Мне кажется, что если бы он достал бы опять черную карту, он бы обязательно сказал о том, что я наконец-то игрок красный и так далее. Только он вообще на этом не акцентировал внимание, просто пытался донести свое мнение. Мне не понравился 2. Тут даже дело не в речи, прошло 8 минут. Леха ничего не показал, ни одного. Ладно, он в прошлой игре был черным, он сидел на один, я даже не наблюдала, ничего не показал, но он об этом предупредил. Здесь прошло очень много времени, игрок номер 2 не показал ни одной проверки, ни одного цвета. Мне кажется, почему игра 6? Потому что самый красный, мне кажется, игрок номер 4, который включил режим сенсея, начал говорить какие-то советы игроку номер 1, и для вас, он вас попросил поговорить с черным 2, я подозреваю 2, поэтому мне кажется, что красный 4. Самый неуверенный 6, но 6 просто из-за того, что он сыграл с 4, мне тоже кажется красным. А, я вообще не подозреваю 1, просто... Так, кого пилим? 1-2? Кого? 6 поговорит. Не знаю, после речи 9 уже бы и 2 послушать. Так развалило. Давайте с 2. Ну, давайте послушаем. Реально. До речи 9 я бы 2 не слушала, а после речи 9 уже можно как бы и под шумок бы и послушать 2. Вот, с 2 по 6 голосует 1, остальные голосуют 2. Маша, у меня были мысли, что среди 1, 2, 3 у 2, как сказала 3, самая легкая была речь. Вот, она такая, типа, ой, там, кальясик, т.д. ла-ла-ла. И я могла бы спихнуть, нет, ну, типа, того, что нет жестикуляции, то, что он ошибся, когда был последний раз красным, типа. Вот. Все равно, мне кажется, что абсолютно черный игрок под номером 5. Аргументы по 1 вообще не рабочие. То, что он музыку выключал. Он что, черный музыку не включает? То есть его зрители на Твиче смотрят, когда он включает музыку, он красный, когда не выключает музыку, он черный или что? Для меня красный 8. Вот. Мне кажется, что красный 6 за фразу «Если черная 3, то вы ее черного в 1-2 нет». Это, мне кажется, вообще не свойственная фраза, как для черного это не клишейная. Поняли фразы? Так, чатик, быстренько нулевочку оставили, давайте, в Дискорде. Валерий, что, какие есть мысли? Не клишейная фраза. Вот это вот интересно было. Понимаете, не клишейная. Но мне не кажется, десятка красная. Я бы... Вообще, я такой, понял? Я бы, если по крутому, я бы играл 4-6-9-10. Так, ну пока, если по-крутому, пока, я бы просил я думаю, что... 6. Красных, чтобы увериться в своих цветах. Очень. Вот. Пока так. Типа много, 7-8. 10 красный, 4-4. 9-10. У меня вот там вот прям речи понравилось, да. Ну, я думаю, 4-5-6, то там типа есть мафы, где, наверное, это 5. Это 5, ну, пока больше. И сейчас нужно послушать 2. Пока такие мысли. Так а что 5 черный? То есть, если объективно, очень странная позиция, когда 1, 2, 3, 4 по столу не все были красные, все друг другом между собой не сыграли. Я не сыграл с первым, третий сыграл только 1, 2, четвертый выкинул, то есть объяснил, что у него другое мировоззрение, въехал аккуратно в игроков 1, 2, скорее в первого. Поэтому мне не казалось объединение 1, 2, 3, 4, это какой-то черный ход. Если вам нужна черная проверка, проверьте 9, потому что цвета абсолютно не совпадают. Я не понимаю, как можно было выделить между 7, 8 именно 7 красным, то есть не взять 8. Я почти уверен, что 8 игрок красный. На данный момент, господин Франклин, мне кажется, что 9 черный. Короче, моя... Пятый показывает 1, 9, 10, 2 черных. Где девятая сказала, что первый абсолютно красный в конце речи. Но девятая так может со своим черным сыграть. Так, а у тебя какие были цвета? 4, 6, 9, 10 красные, да? Короче, мне показались красные 4, 6.
Девятая могла мимикрировать, но это такое дело. Я шериф, проверю вот, свой стул. То есть девятая самый неуверенный цвет, если второй черт, девятый спокойно может быть черным игроком. Но если второй черт, то в любом случае девятая против меня сыграла, уже ничего делать. Вот я бы проверял два, потому что, мне кажется, только если сыграл девятый, я 2-9 не хотел бы рассматривать. Поэтому я бы проверял два сейчас. Мне кажется, можно... Тем более он черный до этого был, там... По нему... Ну, не то чтобы... Ну, видно не тот термин, но типа он не был супер красным. Если он окажется красным игроком, то это тоже много выгоды, мне кажется, даст. Потому что нетривиальные цвета зачастую. Вот. Я бы лучший ход. Давайте подумаем, какой я ставил. Получается... Блин. 1-2-8. Где девятый сказал, что первый вообще прям уверенно красный. Ну, это вообще неинтересно. Не я бы что-то типа 2-5-8, наверное, оставил. Ну, или так. Я просто цвет пятого не понял абсолютно. Он до этого... Доставал 4 шерифа и был первоубиенным, непонятно, что он. То есть он, что он почти не говорит с красным. А, ну вот, тогда бы первого не оставлял, получается. Получается. У меня таких самых не было. Ну, блин, ну... А как ты это делаешь, реально? Ну, это шок какой-то. Нет, я шериф. Ну, вот это речь. Я вот именно в этой игре сделаю что-то. Для вас красный, помощь нужна? Я сделал. 9 маф, я проверил, думаю, ты больше красный 5-2, если бы ты не тот фол от дока, то я пошел бы этого, ну, этого 5, я думаю, знаете, 9 с каким-то мафом точно сыграла своим, в типа 4-6, я думаю, 7 красный игрок, красный 5-2, есть вопросы к 10. А, ЛХ записать. Да, все. Есть вопросы к 10, к 6. 9, проверенное черное. Да, желтый. Ребят, ставьте лайки в чат, если попросили записать ЛХ. А тебя записали в этой ЛХ. Шестой говорит, запиши, не забудь. Фолы, ребят, даются за жестикуляцию на речь первого убиенного. Я причем стараюсь, как бы, ну, типа, я стараюсь давать фолы за жестикуляцию, которая имеет какую-то информационную нагрузку, потому что там бывает, типа, когда люди что-то чату говорят или там, типа, что-то глазами моргают или улыбаются и... Десятая пошла, походу, хвастаться перед эхо, что она шерифа убила. Димка, я с десятого дала. Короче, по факту... Вообще интересно, что Клаус, типа, сидел стабильно, там, не знаю, 2-3 круга в каждой игре, и когда он достал шерифа, его отстрелили, мне кажется, били им реально мог, мне кажется. Ну или девятая. Так кто хочет смог. Ну, типа, кто постарается, они же ищут в первую очередь не шерифов, после этого ищут шерифов. Ну да. Или да. Там, наверное, сильно ли кто-то шериф? Отпускай паузу. Отпускаю паузу через 3, 2, 1. Давайте сразу. Кто-то рассматривает 2-9 вместе? Ну, хоть кто-то. Нет, никто не рассматривает. Все, поэтому я просто скипну речь, а вы игрок номер 10. Объясните, почему вам пятый игрок черный, и не зашли мои аргументы и проверка игроков 2-5. Все. Не буду давать даже никаких цветов, уйду, оставлю завещание. Выставляю 9, да. Да, для меня тоже. Я перед засыпанием, ну, вообще перед тем, как все это произошло на папере, показала, что 9-я черная. Для меня Фалят потом обязательно уходит игрок номер 6. Я прямо так сразу обозначу. За игру сюда, где много игроков красных. Мне кажется, прям очевидно, почему 6-й. Вот, должен уходить. Для меня были две красные речи. Вы начали рассказывать, что речи были плохие. Подозрительный игрок номер 4, который начал рассказывать, что речи были плохие. Пятый краснее всех. Все наоборот, поняли. И подозрительно еще 10 до купы, который сказал, что 9 развалило. Я подумала, что 9 была отвратительная речь. Менее подозрительный для меня игрок номер 8. 6 показал 8 черный. Я рассказала. Вот все, что он оставил, все это мне так и кажется. Мне кажется, что 6-й намного чернее, чем 5-й игрок, что 4-й подозрительный за атаку в игроков 1-2-3, где все 3 красных игрока для меня сейчас. Все, мне кажется, отдельно не черный 7, просто потому что 7-9 не вместе игроки черные. Больше, мне кажется, даже и не надо. 6 потом уходит для меня лично, я голосую потом.
А можно аргументы послушать, вот, потому что в столе происходит достаточно странно. У первого же была речь такая себе, да, он шерифом оказался. Вы думали, что первый точно красный? Поговорил по-красному, у меня такие мысли не было. Смотрите, что за фол у пятого игрока был? Кто-то может объяснить, что этот фол вообще мог приносить? Это абсолютно странный, я шериф, вроде как бы типа скрывается, проверю стул. Странный фол от пятого. Дальше смотрите. Второй игрок красный, мне кажется, по девятому игроку однозначно. Даже не рассматриваю версии другие. Третий игрок, ответ мне кажется... Ответ на этот вопрос вы сможете найти на странице. Сири подсказывает, что я могу найти ответ на этот вопрос. Так, смотрите. Второй игрок показал, что восьмой игрок красный. Я могу спорить этот цвет с вами? Смотрите, он... Вы сказали, что вы отходили. У него, по сути, каких-то наблюдений особых... Послушай, да я скажу. По восьмому, мне важно. Три скорее красные, мне кажется, потому что ты ставишь себя в неудобное положение. Но я шесть черным таким не считаю. Думаю, мат между 5-8. Восьмой сказал, что второй мог, если красный отходил. То есть, короче, я вот тупо буду голосовать просто все. Меня это уже начинает поднадоедать на самом деле. Он говорит, если ты красный, что этот фол означал? Точнее, да, он говорит, в чем смысл фола у пятого игрока? Так, стоп, а если я красный, в чем смысл этого фола? Стоп, стоп, не знать. То есть, получается, фол просто по приколу был, правильно? Получается, это просто был по приколу. То есть это не говорит, что я черный, и не говорит, что я красный. Но когда я крикнул, что я шериф, проверю свой стул, и десятая показала опять черный, и я понял, что люди могут подумать, что я скрываюсь, я сразу показал, что я не шериф. Сразу же показал, что я скрываться не собираюсь в этой игре. Сразу же, моментально. Вот, Сава, ты же меня не подозреваешь, правильно? Все. Я спокоен. Вот. Сава, ребят, Сава читает мой цвет 100 из 100. Поняли? Все, он во всех играх попадает в мой цвет, вообще миллион раз, поэтому все, Сова меня не отдаст в этой игре. Да я не знаю, на самом деле, просто начинает злиться на Леху просто, на самом деле. Я все равно, не знаю, мне казалось, 0, что он красный, казалось, что у меня много красных, вот. Но на меня самое черное, 6-10, для меня два круга голосовать. 6-10 я буду голосовать два круга в этой игре. Нет, точно не будет такого ухода. Мне кажется, что игрок номер 8... Поверьте. Мне кажется, что игрок номер 8 красный. На предыдущий игрок номер 4, то, что мы с вами... Во-первых, игрок номер 3, она либо выходила. Мы обсуждали это как бы во второй игре, хотя был черным, но я тогда сказал фразу. Внимательно слушаем, показываем, несем ответственность за то, что показываем. Игрок номер 3, она не то, что ставит себя в неудобное положение, она играет против меня по левому аргументу, потому что я выкинул много красных. Окей. Но то, что я показал 8 черный, мы с игроком номер 4 оспаривали. Я сказал, я думаю, 8 красный. Есть черный, между игроков 7-9. Игрок номер 9 сыграла 7, намекая на то, что для меня более подозрительный игрок номер 9. Это то, что было. Это то, что третья должна была видеть. Она увидела, что я показал 8 черный. Что? Игрок номер 3 не говорит речи. Игрок номер 3 не попала в то, что, как сказали речи, 1-2. Поэтому для меня подозрительный игрок номер 3. 8, мне кажется, красный, 4 красный, 2 красный. Вот, 2-4-8 красные игроки. Вот, 10 сказала, что я красный, поэтому не 6-10. Если хотите, играйте против игрока номер 10. Мне кажется, что он красный, все черные среди. Да, как это делают, а? Слушай, 8 сказал, что он просто мою речь слезал под 0, что если бы он сел на 7, он сказал то же самое, 8 краснее, чем 7. Смотрите, должен быть черный в 5-10, потому что 10 просто ест 5, 5 показал 1-9-10, двойка. Тогда, если черная 9, которая мирит меня 6, когда я не играю ни 4, ни 6, она всех объединяет. Если есть мав 5-10, то какой смысл восьмому играть 1, 2, 3, 7, брать 4 красных игрока? Поэтому то, что ищет мафа 7-8, мне не нравится. Или выделяет восьмого краснее, чем меня, когда он со мной играет, мне не нравится. Поэтому уйдет 10. Вот. В паре 5-10 вообще понятия не имею. Есть 10, которая она подозревала 2-2 красные. Есть 5, которые играют 6-10. Для меня подозрительный 6, который говорит по-прежнему, что красный 4. И в 7-9 у него же был только один черный. То есть у шестого логика, что 7-9, он обозначил, есть мав, значит черная 9. Если красный 8, 2, 4, 6, 8, все красные, черная 3 должна. Я краснее, чем ты, потому что со мной этот проверенный мав не сыграл. Она набрала какую-то неадекватную огромную команду, 1, 4, 6, 7, вот. Ну, то есть абсолютно несоединяемая она собрала, вот, и сказала, что там много красных игроков. Смотрите, я думаю вот что, с девятым по-любому мав между 4 и 6, 4 и 6, я думаю, не вместе игроки черные, не существует команды 4, 6, 9. Что? Блин, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 7, команда ТЗ, 1, 2, 3. Ну, 1, 2, 3, я говорю 1, 2, 3, 7 красные, 9 говорит 1, 4, 6, 7 красные. Ну, блин,
То есть она полностью забивает. Если седьмой черный вместе с 9, она плюет на то, что он играет с 2-3, она плюет на его позицию, забирает еще 4-7, с которыми 4-6, с которыми седьмой играть не хочет, объясняет, почему четвертый подозрительный ТЗ. Ну, короче, я думаю, что седьмой красный, вот, между 4-6 и... Короче, я на самом деле очень сильно хотела достать черную карту. Я каждый раз перед игрой просила чатика, чтобы они мне наколдовали черную карту. Вы бы видели. Я наконец-то смогла посмотреть в чат, когда меня дали проверенные черные. И вот эти смайлы, типа, ха, достала черную, хочешь девятки, типа, Маша, на что вы пришли смотреть? Вот, раз, два, потом я спрашиваю ребята, как вы думаете, это я дала динамику или нет? Как я начала речь? Они говорят, мы помним, что ты сказала, я черная, спасибо, и все. Что за душка чата, ребят? Леха, что за душка? Ты думаешь, что ты оставишь хоть одного? Они правду сказали. Просто сказала, ты черная. Да, конечно. А кто выиграет, скажи мне, господин Алексей Чистяков. Первые убиенные шерифы игру не выигрывают. Ну, как бы, даже не то самое. Ребят, ну, серьезно, я сразу вам говорю, вы игру проиграете красные, просто примите это как факт. Все. Все предрешено. В плейке про карму говорить можно. Красные проиграют 100%. Красные уже проиграли. Красные проиграли. Не, на самом деле, я тоже уверена, что мы проиграем, если что. Вы так все такие, типа, нет, Маша, наберешь. Я просто понимаю, что я очень плохо сыграла. Да, я точно буду уходить, и проблема в том, что у меня такой окунь в голове, что я даже не знаю, с кем становиться противовесы. Давайте я объясню, я попытаюсь. Я знаю, что я точно не жилец, вот, но я попытаюсь. То, что я сказала по 9, это то, изначально мне казалось, что очень красный 2, но аргументы ее, то, что она перевернула, типа, что два ничего не жестикулирует, они имели место быть, именно поэтому. Но я с ней даже не сыграла, если вы заметили, я не сыграла с 9. Единственное, что у меня поменялось после речи в 9, это то, что я объяснила по 2, что мне казалось, что 2 нужно уже слушать, потому что действительно он не жестикулировал. Вот, мне кажется, что не черный 5 сейчас, потому что 5 объяснил это все, я показала, что он черный, потому что он скрылся, это фокусы опять свои в лучшем виде показывать решил. Но потом, как он поговорил, то, что он реально сыграл против 9, он показал на ее речи, что 9 черный, он сыграл против нее. И мне кажется, что больше красный 7, потому что 8, 9 в прошлый круг поговорила. Так, мне не кажется, что... Мне кажется, черный 6. Мне не кажется, что черный 10, если честно. Лёх, что думаешь? Что думаешь? Будешь делиться, чи не будешь? Голосование 6-7-7. 10 будет сидеть. А 3-4-5 все красные. Ну, неважно, зато факер доедет. Это главное, правильно? Ты думаешь, 4 красный, 8 красный. 8 непонятно. 4 красные и 5. Блин, Лёх, можете оставить вообще с тем, что ты показываешь? Ребят, что думаете? Можно оставить Лёху? Есть еще кандидатуры? А так если не тебя, то кого? Я просто не знаю. Мне кажется, единственный красный по моему стрелу — это ты. Эрик, ну я же серьезно спрашиваю. Понятно, что я не буду бивать 6, потому что если он красный, если... Ой, оговорилась. Ну что вы его в любом случае снимете. Ну не, стреляется 2, мы не балуемся. Все черное, 100% игру выиграет. Ребята, я пошла смотреть на вашу победу и на плохое завещание Лехи. Всем ба-ба. Так. Мне кажется, что черный обязательно в 3-6 и чернее для меня 6. И последний... Я бы снял 3-10 по очереди. Что ж там? Я такой, этот, я бы снял 3-10 по очереди, на самом деле. 3-10, да. Да, мне очень речь третья не понравилась, очень сильно. Она перепутала почти все. Десятая сказала, что девятая так душила 2 или что-то такое, а типа а третья говорит, что черная 10, потому что сказала, насколько девятая хорошо поговорила, хотя это было не так. Потом она сказала, что черный... Франклин, потому что он показал, что 8 черный, это было не так. То есть третья или АФК была, или она просто черная, особо не следила за столом. Вот, и то, что что-то называть четвертого красным, мне нравится. Но опять-таки, если ошибаюсь, четвертым, это уже прям полностью, да, игра у меня по-другому. Вот, но десятая поговорила сейчас плохо.
И мне бы проще было. То есть есть черный... Так, я оставляю игроков 4-5 красными, за что 4-й игрок красный, за то, что он на тот момент... Госпожа Адлер, вы больше игрок красный. За то, что он на прошлый круг сказал, что 6-й игрок может быть красным. То есть это логично, мне кажется. Если 6-го... Даже первая речь была, говорит, ты как ты так находишь, Франклин? Ну, вот реально. Плюс 6-й сыграл только с 4-м. То есть мне кажется, что это за капитан... Типа капитан остается со своим судном, со своим экипажем на корабле и вместе с ним идет на дно. Мне не кажется, что 4-й черный. Плюс я не думаю, что 5-й маф. Неважно, кого он атакует, важно, с кем он играет. 1, 2, 3, 4 – мало мафов. А туда играть, ребята, реально в первого не сыграть, во второго. Мы супер красные сильно. Между 3-4 никого не сыграть. Ну не шутите, а 6-7, Миша, что 7-й сказал в нуле, что 6-й игрок очень подозрительный за цвет 4-го игрока. На данный момент оба сказали, что уйдут 10-й игрок. Речь 10-го не была настолько прям ужасно. Все, я оставляю игроков 4-5 красных, прошу их не трогать друг друга, хотя бы вот этот круг там. Все, мне кажется, оба игроки красные. Лучше ход. 6-7-9, просто снять игроков 6-7, я не рассматриваю, что там два красных. То есть просто не рассматриваю, вы поймете, кто из них красный, и дальше угадайте, у вас будут, по крайней мере, шансы. Все, 4-5, 3-4-5 даже. Больше, больше. То есть мы проверили два моих красных цвета, проверили отстрелами и больше. Значит, игрок номер 6. У вас был в предыдущей игре аргумент «я красный», потому что не было поиска шерифа, была статика в дока. Если этот аргумент работал в прошлой игре в вашу красноту, то здесь он должен работать в вашу черноту, потому что ну какой человек будет статику ставить игрока номер один? Явно была динамика и поиск шерифа. Вы проатаковали огромное количество красных игроков. Вы проатаковали пятого игрока, против которого сейчас нет игры, который объединил 1, 2, 3, 4 всех. Сейчас голосуется игрок номер 6. Безапелляционно. Я не знаю, что он должен сказать, чтобы вы конкретно, я мнение свое не поменяю, поменяли свое решение. Мне кажется, 6 голосует сейчас за атаку в красных. Кто красный? Да вы! Смотрите, вы на предыдущий круг. Вот вы меня уже поджигаете. Сказали, что красный 6. Я так не считаю. Для меня красный 5. Для меня не 2 черных игроки, 7-8. Я все это говорила на предыдущий. Да, да, понятно, короче. Я услышал ваше мнение по этому поводу. Мне, для меня очевидно, что какие-то красные ошибаются в цветах, а таких, мне кажется, здесь много, и надо играть максимально долгую. Значит, вы сейчас запускаете противовес, который просто нету возможности развернуть. Ну все, понимаете, в чем дело? Десятая сыграла против пятого игрока, сейчас у нее пятый стал красный. А на каком аргументе, я не могу понять? Какой аргумент? Что? Это был бессмысленный фол максимально. Смотрите, вы, мне кажется, вы меня просто не слышите. Вот то, что я говорю. Я не говорю, что я абсолютно прав. По восьмому у меня был аргумент объяснения. Он говорит, что второй игрок, если игрок красный, это шел до Да я не поняла, кого ты хочешь запустить в баланс 10? Что это за игра? Почему? Ну, короче, все. Я постараюсь проголосовать черного игрока и поддержать 3-6 и проголосовать только одного из них. Потому что два черных среди 3-6 нету. Завещание от второго, что пятый красный, я красный, окей. Пятый красный для меня хлипкое очень. То есть, вот смотрите. Я красный, пятый красный. Второй думал, восьмой красный. 3-6-1 игрок красный уже. Так, Лёха, давай с тобой пообщаемся. Смотри, это важно. Смотри, если мы будем голосовать два круга игроков 3-6, вот, как ты хочешь, да, я правильно понимаю, твой протест это раздать игроков 3-6, то представляем, вот мы умираем, угадай-ка 7-8-10. Это рандом. Ну, типа рандом в плане, типа непонятно, куда уйдет, кто уйдет и кто будет голосовать. Поэтому я предлагаю 3-6, мы сейчас выберем черного, и мы одного заголосуем. Мы не будем противовесовать, мы одного заголосуем, кого считаем черным между 3-6. Для меня это понятно, кто, то есть, но мое мнение вам понятно. То есть для меня это игрок под номером 6, а не игрок под номером 3, потому что третье все, что делает, мне кажется, на игрок. А шестой на нулевый круг стал только с 4. Я красный, первый красный, второй красный. Ну что, ну, даже если третья черная, не знаю, но мне кажется, третья красная. Все, что она делает, мне кажется, она красная. И, мне кажется, реально третья красная. Поэтому он сыграл, если он красный, против игроков 1, 2, 3, 5. Это 4 красных игрока. Я не верю, что шестой красный так сыграл. Вот, я не подозреваю игрока номер 3. Давай пока не будем против игрока номер 3. Все, пока 3-4 мы играем. 7 игрока номер 6. Вот, мы против вес разыгрывать не будем, мы будем голосовать дальше. Все, нам надо снять сейчас черного, и потом что голосовать от последнего черного игрока. Так, смотрите, игрок номер 4, общаюсь с единственным адекватным человеком с 3-4-5, кого оставили красным. Смотрите, игрок номер 3 жаловался очень много игр на то, что красные плохо попадают по цветам. Игрок номер 3 жаловалась, что она плохо попадает по цветам. Она говорит, здесь нет человека, который хорошо попадает по цветам. Игрок номер 5 мне предъявляет за то, что я не попал по цветам, хотя сказал красный только игрок номер 4. Игрок номер 3 их заняла очень атакующую позицию, слишком атакующую позицию, как по мне. Мне кажется, что красный игрок номер 3, послушайте, если вы будете стучать себя по голове, я постучу, все поймут, что я красный, и улетят 3-5-7 сразу же. Поэтому давайте чисто играем. Я не говорю, что пятый красный, я ни разу не сказал. Мне кажется, 3-5-7 много черных игроков. Я боюсь, что может быть, например, черная 10, там, да, 5 красный. Опять говорю, что красный игрок номер 3 не играет против 7. Мне кажется, что красный вы и красный игрок номер 8.
Все. 5-10 не вместе, среди 3, 7 есть черный игрок. Для меня более подозрительный 3 по аргументам, которые я навел. Она не говорит, почему я черный. Не было никакой проверки, никто красный, ничего я не давал. Она говорит, что я точно черный. 3-5-7 двойка, да? А десятая, которая закрыла стол, сказала, что мирится с пятым. Красный 5, красный 7. Она, наверное, просто да, играет с черными игроками. Под отсыл игрока номер 2, когда понятно, что второй оставит красным 5, она мирится с 5-7. Но у вас... ну, кстати, я бы запустил 3-6 баланс, начал, естественно, 6. Мне единственное в третьей смутило, у нее красный 5, 7-8, не 2 черных. Если, Адлер, ты уверена, что черный 6, я был тем игроком, который первый пропесочил игрока номер 6. И вся моя речь была, что не красный 6. Не знаю, мне кажется, что надо снимать 6, смотреть, будет промах или нет. Если промах, то красный 6, черная 3. Если нет промаха, то... ну, на самом деле, третью, конечно, по-хорошему подозревать за что? За то, что она сыграла 1-2 с двумя красными игроками, уверенно. Ну, как бы такое, да. Ну, если, типа, играть наверняк, то это снимать 3-6. То есть, мне кажется, это будет гарантированно угадайка. Да мне после девятой сыграла 1-4-6-7. Я не... Если Франклин рассматривает, что третья черная, то мне кажется, что она точно не может быть с игроком номер 5, потому что девятый игрок тогда, получается, сыграла против двух своих мафов, сыграв в команде 1-4-6-7. Ну, я не знаю, так Космос прямо часто делает или что? Я готов поверить в команду, например, 3-7-9, где Космос от одного своего черного отказалась, от третьего, и сыграла в команде 1-4-6-7, она объединяла необъединяемого и сыграла с седьмым. Седьмым своим, ну, типа, одним из двух мафов, при том, что его позиция 1-2-3 была. Вот. Это единственная тройка, если рассматривать третью черную. Это то, как я вижу. Если шестой черный, я сейчас пытаюсь понять, с кем. Ну, то есть 4-6-9 я не вижу вместе черных игроков. Четвертый прям очень сильно защищает шестого, говорит, что не хочет шестого голосовать, хочет голосовать в десятую. 4-6-9. Мне не нравится 4-6-9, вот в чем дело. Блин, мне просто... Короче... Ребят, я правда, я не знаю, кто черный. Вот у меня вообще, может быть, после прошлой игры, но я не понимаю абсолютно. Вот то, что шестой, допустим, кидает фразы типа единственный адекватный игрок среди 4-5, то, наверное, мне казалось, что за эту фразу он может быть красным. Короче, черных я вообще не нашла, поэтому буду голосовать просто с 4-5, куда они покажут, в себя проголосую, в себя вообще. И не знаю, у меня хотя бы вторую бы проверку, вот если бы Шрифт жил хотя бы две ночи, что-то было бы понятно. А так, 9 проверено черное, еще свищи. Леш, ты спросил, по какому аргументу я помирилась 5? Я озвучила аргумент, потому что на речи 9 в 0, 5 показал 9 жестко черные. Поэтому помирилась 5, после проверки 9. Ну, блин, я это все озвучила, просто чуть внимательнее. Аргументы 6 по 3, почему та уверенность какую-то обрела в себя, они тоже имеют место быть. Сидела, думала, 6 жестко, черт, выставить кого? 7. Выставляю! А! Выставила, успела. Уходит 6. 5 собираю. Какая непонятная игра. Четвертый убежден, что шестой красный. Да всем все равно, они его заголосуют. У шестой становится противовес кем-то между всем. С три. Аргументы по три я уже озвучил, почему я подозреваю игрока номер три. Четыре для меня красный. Четыре для меня красный, не буду никого красным больше оставлять. Восемь сказал красный, только пять. 10 помирился игрок. Для меня красный только игрок номер 4. Игрок номер 5 рассказывал, что он... Как вы сыграли 1000 игр с господином Франклином и не понимаете, когда он черный? Убили шерифа, хихикал, радовался. То есть, ну, я не знаю, может быть такое, что пятый красный. Может быть такое, что пятый красный. Я ничего не говорю. Может, черный реально 3-7. Может, черный 3-10. Я объяснил, почему я подозреваю игрока номер 3. Почему для меня черный игрок номер 3. Все, все свои аргументы я озвучил по поводу черного игрока номер 3. Почему игроки 3-5 навязывают, почему третья навязывает мне, что я должен встать в противовес игроком номер 7? Думаете, черный 6-7-9 и 4 показывает мне 8 черный, я показываю, я думаю, 8 красный, черный есть между 7-9 или что? Я подозреваю 3. И то, что она навязывает черному для себя игроку, кто, с кем я должен встать в противовес, для меня еще по черному. Может быть, черный... Что думаете, Валерий? Нет, с 3, я же ва-банк поставил, тут, ну, ты думаешь, игра. 3, что там у тебя, 3-9-10, да? Не, 3-10 снять по очереди с точки зрения того, что для меня 6 краснее, чем 3, и если я хочу хоть какой-то противовес, то 10 снимут на угадайки, правильно, по-хорошему? Ну, блин, не снять 10 на угадайки, нужно себе аргументировать.
Потому что по факту она говорит, ну, извините, пожалуйста, я не знаю, кто какие цвета, но как бы ее как бы тяжело не снять. Вот. Для меня между 3-6 чернее 3. Соответственно, если ошибаюсь, то уже как бы игра совсем другая. Вот поэтому мне было бы проще снимать 3-10. Но если уже 3-6 снимается, то окей. Если игра 2-2 не закончится, то я опять-таки, мне кажется, 3-4 не вместе, мне кажется, 4-6 не вместе. Красный 4 получается. Третью убили. А, глупость какая-то. Ага! В смысле? Тихо, подождите. Подождите, что-то произошло интересное. Вообще просто. Смотрите, я бы реально 7-го голосовала без, абсолютно без приколов. Ну, ну какое? То есть 6-е становится со мной в противовес. Кто здесь может меня убить? Кто здесь может на меня дать динамику? Мне кажется, маф один. 4-5 вместе черные. Это бред какой-то. Смотрите, сыграть в то, что 4-5 вместе черные от того, что просто убили меня, я в шерифских играх так не разворачиваюсь. Но 4-5-9, ну реально плохая команда. Кто такой 6-й игрок, который говорил, что самый красный, единственный красный 4? Поэтому плохо. Поэтому я бы голосовала 7. Закрывала бы дальше. Я не знаю, на самом деле в столе как бы участие сейчас я не принимаю активного. Док, а ты 7-го игрока красным считаешь или нет? Нет. А 6-й у тебя ушел черным или как? 6-й больше черным. Если 6-й ушел черным, то Маф решил, что 3-го игрока он даже не выдавит со стола вообще. Так, Маф есть какой-то между 7-10. Аргумент, на самом деле, такой вонючий аргумент по поводу того, что 9-я сыграла с игроками 6 и 7, и там есть игрок черный какой-то. Это типа, что она командный игрок, выкинула 3-5, 5-й показал 9-я черная. Были другие действия игровые. Игрок номер 10. Кого считаете черным игроком? Вот 5-й, что 5-й вообще сделал в игре? Вот я вот до сих пор сейчас, не, у меня нету понимания какого-то. Он управляет 5-й каст. Так все, короче. Я голосую с 5-м. Мне кажется, что черный скорее 7. Если 10-я упала на вот окуня, решила так выиграть черным игроком, ну как-то... Низкопробно, короче, мне кажется. Она может лучше, она хорошей речи может говорить черный. Господин 22, смотрите, если я игрок черный, ну понятно, что я не черный с игроком под номером 6, правильно? Но это, по-моему, очевидно, когда я закрыл на прошлый круг, я думал, что я голосую 6. Значит, 3-я красная и 6-й красный, если я черный. Ребята, я просто убью любого влево, абсолютно любого влево и выиграю эту игру 2 в 2. 5, 8, 1 черный. Так нет, смотри, если я черный, с кем бы я ни был, не с шестым и не с третьим, уже понятно, то я просто выиграю 2 в 2. Просто, ребят, я умею, у меня нормально, ну я серьезно, я хорош. Ребят, я просто убью влево, и мы снимем любого, или снимем игрока номер 3 на 2, 2, 6, 1 цвет оставил, противовес 3. Мне кажется, черный просто понял, что третью не заголосует, и тем самым он может подставить тем, что 6 красный, может быть такое. Мне кажется, на самом деле, это отстрел от игрока номер 7, на самом деле, игрок номер 3. Ну, мне так кажется, я не знаю, мне кажется, реально черный 6-7-9. То есть, ну, что-то мне подсказывает внутри себя, что черный 6-7-9. Вот. Когда я шестому один цвет сказал, говорю, ставим баланс 7. Говорю, почему ты влево же? Он говорит, 3-5-7 черный. Говорю, так пробалансируй 7. Ну, 3-5 не вместе, это же очевидно. Пробалансируй 7. Он не захотел почему-то силу остановиться. Если третья красная, он ее не стрельнет, а снимет в баланс. Так, смотрите, я думаю, красный 5-8. Я не играю. Ну, для меня цел 3 это отсел одного черного. Я думаю, что черному ушел 6. Он специально не знал баланс, не баланс оставлять, потому что боялся, что в этот баланс не сыграют. Смотри, док, я сыграл 1-2-3, сказал, что 1-2-3 игроки красные. Там 3 красных игрока. Сказал, самый черный 6 за игру в 4. Не знаю, кто 4. Ты красный для меня. Для меня 8-й не черный. Для меня последний черный в 4-10. Смотри, 10-я сыграла в 2-5. Ты красный, второй красный. У нее был красный цвет 8 на нуле. Потом у нее стал красный цвет 7. 8 пропал. Потом у нее ни 7, ни 8 красных цветов нет. Она под завещание игрока номер 2 понимает, что второй оставит тебя игроком красным, мирится с тобой. Короче, у 10-й все цвета меняются, каждый куб. Мне кажется, она просто адаптируется под завещание. И она не хотела снимать 6. Когда 4-й предложил выставить меня, она выставила 7. Я думаю, в 4-10 последний черный. Если снимете меня, я оставлю 10. Потому что я думаю, красный 8, ты красный. Поэтому если черный 4, он выиграет игру. А 4 не хотел отдавать 6 всю игру. Черный в 4-6-10. Так, ну я солидарен с тем, что если 2 мафа за столом, нет отстрела 3, потому что я не думаю, что, ну, как бы невозможно такое сотворить, при том, что 3-6 разыгрывают баланс, ну, то есть, как бы 2 мафа за столом не будут стрелять 3. При этом я не понимаю, я реально... Смотрите, вы, вот, например, док, я подумал на прошлый круг, что ты красный, ты сейчас говоришь, что для тебя 6-7-9 команда. Я вот... наверное, не обладаю таким опытом игры с ТЗ, как обладаешь ты, но ТЗ танкует своих мафов.
Он их танчит, он забирает черноту, он сыграл 1-2-3 на 0 с тремя красными игроками, без своего черного шестого, сказав, что шесть черный. Ну, ТЗ, я не знаю, если только это пятая его черная карта подряд, и ему уже нужно играть как-то иначе, он такое может сделать. Но просто по опыту моего игры с ним, он всегда танкует, он может забрать всю черноту, чтобы его вывели, но он сам сидел. Поэтому я седьмого черным не считаю сейчас. А, боже, танкует, это типа играет. Я постоянно забываю, что у вас это танкует, это играет со своим черным. У нас танкует, это типа наоборот атакует. Смотри, смотрите, почему мне кажется, что пятый красный, потому что если красные, типа два красных, три и шесть, да, я смотрю, выставить восемь. Я сейчас семь заберу. Я сниму семь. Ну, семь, кто черный? Стоп. Все, 4-5 вместе черные? Ну, это невозможно, я не знаю, вот я поэтому и словила карася, потому что невозможно, это завещание, я сижу и думаю, боже мой, для меня самый черный абсолютно 5-0, 2 говорит, 5-го не отдам, умирают 4-5 точно красные, мне казалось, что 6 красные, аргументы и по 3 хорошие, 3 нормально поговорила, я сижу и реально такой карась вообще, потому что, ну, у меня просто дебет с кредитом, он не сходится абсолютно, ну, капец. Блин, ну, я не знаю, ну... Это просто нельзя выиграть. Вот сидишь, даже думаешь, пытаешься наложить свои цвета на чьи-то, и никак. 4-5-9, черная команда. Какой кошмар. И 22 еще сказал выставить 8. Жесть. Какая жесть. Ну ладно, противовес 3-10 тоже не очень хороший. Да ну, а здесь невозможно. Тут у шестого единственный цвет 4 красный. А десятая развернулась, то, что пятый. То есть тут коллективное поражение, которое, мне кажется, невозможно. Слушайте, я не знаю, как это работает. Я просто сказал, 1-2 красный, 4-5-6 на бучу. Но самый положительный 4, поэтому положительный 6, который нравится, я подумал, надо менялся. Сказал, что красный 8. Есть мав 5-10. В тот момент 5-10 оба сказали, что я игру красный. Когда сказал, что 5-10, не 2 красных игрока. И 4-6, последний черный. Потому что красный 8, который не будет играть 1-2-3-7 со всеми красными. Красный 3, красный 2. Уходит 2, говорит, 4-5 точно красные. 3-6 баланс. Шестой думает, что 8 красный, черный 7. Нет игры в 4, нет игры в 5. Ну, нет игры в 4, нет игры в 5. Если бы Бэмби, ты играла в 5 на тот куб, уже бы не был 5 таким красным. Я играла в 5-го, 2 сказал, 5 точно красный. Нет, смотри, для меня будет, когда ты миришься с 5, как будто ты подострел 2, миришься с 5, чтобы 5 тебя просто не печатал. Вот. Ну, плохо. Не знаю, я не сделал вообще ничего в этой игре черного. Я играл в 4, в 5, 6. Хотел снять 6, потому что Адлер больше стал красный за команду 1-2. Подозревал очень сильно 4. Ну, читал как раз. Один черный был за столом всего. Да, это жестко, ребята. Сейчас черную команду объявим. Но это, на самом деле, смотрите, тут и второй оставил пятого красным. Там еще док очень красиво сыграл. Типа, оставь меня красным. Ну, типа, ты же в мой цвет 100 из 100 раз попадает. Ну, и так, типа... Уже, конечно, было очень сложно выиграть. Со всех сторон города. Тут, на самом деле, такая игра, где... Расстраиваться сильно не стоит. Шерифа отстрелили, у него одна черная проверка. Два черных сидят прям очень хорошо. Шестой забрал всю черноту четвертого. Хотя четвертый, на самом деле, в ноль поговорил не то, чтобы прям волшебно. Вот, и там были к нему подозрения. Черная команда 4-5-9, шериф 1. Кстати, первый шериф еще и получил здесь лучший ход за лучший ход 0.35. То есть тут у шерифа Клауза хорошая игра по баллам. Двойку черных оставил. А, двойку черных. Короче, есть какая мысль, что если игроки будут апеллировать тем, что если у меня шериф, то черный или сова, или франклин, они проиграют больше красных игр, чем если нет, этого делать не будут. Ну, мне кажется, что это, во-первых, аргумент плохой, во-вторых, немножко, ну, мне лично было бы немножко стыдно говорить, что игрок настолько лучше меня, что он находит шерифа, а я не нахожу, поэтому, когда умер шериф, значит, игрок черный. Ну, типа... При этом я никого не осуждаю, просто говорю, что мне лично с моим, ну, типа, из-за того, что люблю черной картой играть, когда там, ну, какие-то без грязи, без ничего, это интересно, на самом деле, вот, когда именно без накала. Вот, поэтому, я думаю, я бы на месте игроков это прекратил делать, иначе будет зазоры. Но тут, по факту, игра какая? Четвертый очень хорошо сыграл, мне очень понравилось. В плане речь в ноль, прям полностью, я подумал, что он абсолютно красный, потому что первый шериф, второй поговорил, второго цвет непонятен, третья поговорила, мне показалось некачественно, но он выкинул 1, 2, 3.
Вот. Потом дал динамику, мне кажется, кого поговорить с вторым 6-3 сказал. 6-3 посидят, я такой, понятно. Уже потом, я уже сидел при пятерых, думал, блин, прикольно будет. Четвертый черный, дал динамику 6-3. 6-3 посидят. Да, короче. Да. Объясните, почему не сняли 4, когда все говорили 4... Никто не говорил, что 4-6 точно есть маф. Это говорили там, типа, бывает такое, то есть обязательно за игру, ну, практически обязательно за игру, кто-то скажет правильные черные цвета. Вот, так что никто не рассматривал версию, что, типа, из 4-6, шестой уходя, непонятно, черным или красным, завещает четвертого точно красным, и если никто не рассматривает команду 4-6 вместе черной, а никто ее не рассматривает, то 4 со всех сторон получается красным по версии шестого игрока после отстрела. Ну, кстати, отстрел 3 еще очень крутой, хотя, ну, мне кажется на самом деле, что тут настолько все было шикарно у черных, что либо 4, либо 5 на угадайке бы 100% решал бы. То есть, прям я не вижу, честно говоря... Я не вижу сценариев, при котором 4 и 5 на угадайке не будет решать, потому что снимать нужно было... Все обсуждали, что снять нужно 3-6 баланс, 6-7, 6-10, 3-10. Там вообще цифры 4-5 в принципе не фигурировали, поэтому... Ну, да. Вообще, мне интересно по поводу Адлера, насколько она в фокусе сейчас находится. Именно не в игровой уровень... После Нового года этого такое дело, он может быть разным. Насколько она находится в фокусе, потому что я уже несколько раз замечал, что как будто в прострации или смотрит, или слушает. Но это не значит, что она плохо играет. Просто интересно. Вот. Потому что у меня реально, я прям в моменте думал, что шестой очень красный. Когда семерка, потом уходящая речь. Я прям думал, блин, все так говорит классно. А по факту без разницы. Выбирать между 3-6, это просто выбирать между красными. Ты подскажешь шестую, да? Нет, еще сейчас жду, когда все будут готовы. После отстрела 3, 4, 5 единственный адекватный вариант. Да, поэтому, кстати, когда выяснилось, что черная команда 4-5-9, чат такой, да, мы точно так и думали. И все игроки за столом такие, да, тоже, мы тоже так и думали. Просто решили выставить трех красных игроков, потому что думали, что 4-5 это единственный адекватный вариант. Там, это хоть и было понятно, но вы знаете, джентльменские правила мафии гласят, что если при пятерых стало понятно, но как бы уже стыдно проигрывать, стыдно выиграть таким образом. 4-5 же сдались, когда стреляли 3. Они типа сказали, ну, мы черные, потому что стреляем 3. Ну, по-джентльменски чисто нельзя было 4-5 устрелять. На самом деле, третий сказал, да, ну и что, как бы, в мафию играем. Меня убили вместо 4-5, да и что. Там могли 8 убить спокойно, ничего бы не было вопроса. На самом деле, 8 тоже игры не было. Ну, просто с точки зрения логики отстрел намного профитнее 4-5, но играть то, что 4-5 вместе черные за этого, это какая-то тоже странная штука. Ну да, сложная игра здесь была. Для красных шерифа отстрелили в первую ночь. Космос втанчило как раз хорошо очень своих мафов. Потом, ну, то есть, когда Франклин в ноль говорит, то есть, представьте себе, Франклин ошибается в цветах очень нечасто, и единственный его красный цвет в ноль — это уверенный 4 красный. А это маф, по факту, да? И десятая, которая в ноль показала, что пятый черный, в девятке уже забирает этот цвет и говорит 5 красный. После чего второй, очевидно, красный, говорит 5 красный. Там не было пути, по которому красные игроки могли разобраться. Мне так кажется, по крайней мере. Проверка 6, наверное. Но не факт. Проверка 6. Это Франклин, ты имеешь в виду? Франклин бы четвертого не... Нет, конечно, но он бы мог попилить и 5, и 9 любого игрока спокойно, то есть я не удивлюсь, если был бы попил 2, 5, 9, что-то такое, то есть вообще нет проблем, то есть понял, он считал больше красными 4, 6, 8, 10, вот, и по факту 2, 9, 1 черный, и самый черный может быть пятый в тот момент, пока третья его не начинает атаковать сильно, да, то есть он же не знает, что третья его проатакует на своей речи. То есть третья с шестым правильным красным уже по-другому речь построит. Он может ее красным прочитать. Может быть, да. А к пятому будут тогда уже вопросы. Потому что по версии шестого может быть, что 2-3 могут быть чуть ли не два черных игрока, где пятый играет 1-2-3-4. Если 8-10 красные, там, если 7-9 всего лишь один черный, то значит 2-3 вместе черные, пятый сыграл с двумя черными. Вот. Ну, это единственное, что я вижу. Но по факту о таком думать такое дело. Не факт, что когда такие вещи до добра доведут. Так, ну, игры интересные. Стартуем шестую игру. Да, игры вообще супер балдежные на самом деле. Да, состав сильный. Состав сильный, и знаешь, типа, все время мне кажется, ощущение, что ты сказал, ребят, смотрите, я шериф, у меня одна проверка. Сейчас поговорим.
Так, ребят, меня слышно, да? Отлично. Все, у нас последняя игра на сегодня. Напоминаю всем и зрителям, и вам, что мы завтра продолжаем с 7 вечера по Москве, с 6 по Киеву. У нас тут по московскому времени 4 и 10 игрок вроде бы, да, живут все остальные по киевскому. Так что давайте, всем приятной, хорошей игры. Секунду, Миш, извини, пожалуйста, завтра тоже на 6, правильно, по Киеву? Да, завтра тоже на 6. Результаты после первого дня у нас будут, и результаты будут до 9 игры, то есть до завтрашней 3 игры. В середине турнира мы закрываем турнирную таблицу. Все, давайте, всем приятной, хорошей игры, победу сильнейшей команде. У нас еще счет сегодня какой? 1-4, по-моему, да, в пользу черных игроков? У меня 3 победы, я точно 2 на красный выиграл. 2-3, да? 2-3. Ну, давайте тогда красиво, красиво пожелаем победы красному городу, кто бы в нем ни был. И... Да. Сюда, Иван.